Пришел с улицы. Нельзя ничего трогать. Нужно сразу помыть руки, чтобы не распространить по дому вирус, который, возможно, сейчас на мне. Вроде все. Нужно тщательно помыть руки. Снимаем одежду. Стоп. Я же прислонялся в лифте. А что, если кто-то зараженный трогал или кашлял на стену? И получается, я дотронусь до вируса, когда сниму куртку, а потом заражу все поверхности в доме. Черт. Класс. Теперь у меня бабушкины руки. Такими темпами я скорее сотру всю кожу и умру от заражения крови. Просто так я не сдамся. Ну, кажется, все. Теперь мне нечего бояться. Что ж, еще один день, чтобы сделать себя лучше. О, крутой курс по фьючерсам. Приступаю к репосту на страницу. А что, пусть все видят, что я расту. Да, вы слышите слово «фьючерсы» только в новостях и на моей странице. Стоп. 12-й репост за сутки. Накопилось видео на 28 часов. Это палево. Надо что-то из этого удалить. Тренировка на карантине. Нет, делаю вид, что я спортивный. Правильное питание. Хм, выкуси бывшее. Я и сам могу о себе позаботиться. Что такое фьючерсы? Это откуда? Удаляем и добавляем наш... А, точно. Кажется, нужен курс по улучшению памяти. Ну, план на вечер составлен. А ближайшие 2 часа я, кажется, знаю, чем забить. Открылось? А сейчас? А сейчас? Сейчас придет курьер с едой. Надеюсь, он будет стоять далеко, чтобы не заразить меня. Ну или хотя бы держать еду в перчатках. Или хотя бы не будет смеяться над моей стрижкой. О нет, зачем он это сделал? Мне же теперь придется обрабатывать всю упаковку. Я буду кушать и чувствовать, как меня постепенно захватывают бактерии. Я умру, потому что мне было лень готовить! Раз так, война так война. Немного нежности с доставкой. Чувствуешь вирус моей благодарности? Твоя прическа меня вообще покорила. Чёртовы масоны. Для чего вам эта эпидемия? Я же знаю, что все это не просто так. Это заговор. На опустевших улицах появились агенты Госдепа. Они выносят богатство России под видом мусора. В черных пакетах нефть. В пакетах пятерочки серебро. В пакетах Бехетле выпечка. Только не выпечку, чертовы рептилоиды. Только не наше румяное золото. Я знаю, как вас победить. Сейсмические волны отпугивают рептилий. Да, получите, твари. Получите. Опять кто-то фитнес на карантине смотрит.